Одинцовские полицейские подвели итоги работы. За 8 месяцев 2019 года пресечена деятельность 2 наркопритонов. Из незаконного оборота правоохранителями изъято более 7 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Большое внимание правоохранители уделяют профилактической работе. Легко заработать молодым людям предлагают в сети интернет, делая закладки. На заманчивые предложения часто откликаются несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет. Профилактическая работа складывается не только в рассказать гражданину, в том числе несовершеннолетнему, что есть уголовная ответственность, административная ответственность, но и в первую очередь показать, как это влияет на здоровье, как влияет его на будущее, как влияет его на семью, как влияет на его родителей. Полицейские в очередной раз отметили, что в борьбе с наркоугрозой рассчитывают на помощь общественности. Прежде всего, родителям нужно быть внимательнее к своим детям, обращать внимание на их поведение, знать их круг общения и интересов, с кем и о чем они общаются в мессенджерах и социальных сетях. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».